Итак, День спасателя как профессиональный праздник отмечают те, кто помогает нашим судам в море. Морские спасатели. Благодарности от главы региона и ведомственные награды получили экипажи отряда. С подробностями моя коллега Светлана Деменева. Спасатель «Стахановец» сейчас в ремонте. На рейде рядом еще 4. Один из них, Микула, рано утром вернулся из очередного патрульного рейса. Длятся они по-разному, но обязательно в зоне, где присутствуют наши моряки, круглый год. Баренцево море не остается никогда. Круглый год наши спасатели работают. Баренцево, Норвежское, Карское, море Лаптевых. Несколько человек Микулы получили грамоты от главы региона за то, что оказали помощь норвежскому танкеру, сняв намотку с винтов. Здесь быструю грамотную работу сделали водолазы, которыми руководил самый опытный специалист Игорь Кац. Судно не имеет хода. При приближении к берегу, естественно, танкер, касание с грунтом, касание со скалами и так далее, грозило, значит, попаданием топлива, это самое, на береговую, морскую, экология нарушается капитально. 18 аварийных ситуаций было в море в этом году. Зима – самый опасный сезон. Капитан Гул за свою практику не помнит, сколько раз получал сигналы СОС. Да, в общем-то, каждый рейс, вот сейчас Микула вернулся, он и спал, и ночевал в море. Флот стареет, аварийных ситуаций становится все больше. Хотя и есть специальная служба у спасателей, которая следит за состоянием судов, которые выходят в море, плюс человеческий фактор. Из всех бед, которые обычно случаются на флоте, это, прежде всего, это пожар, вот, технического характера беды, ну, взрывы бывают. Свой профессиональный праздник большинство морских спасателей встречают на вахте. Сегодня в рейс уходит судно-спасатель «Мурман-Рыбвод», а в Баренцевом море патрулирует «Пурга». Светлана Деменева, Владимир Сивонин, «Вести Мурман».